Постные ватрушки – это адаптация классических ватрушек с творогом, но без использования яиц и молочных ингредиентов. Рецепт подходит для веганов и постящихся. Попробуйте мягкие сладкие ватрушки, они хороши к чаю или в качестве полуденного перекуса. Для этого рецепта выбирайте мягкий тофу с максимально нейтральным вкусом. А подробнее, как приготовить постные ватрушки, я расскажу ниже. Мука 2 столовые кона. Дрожжи 11 грамм. Растительное масло 50 мл. Овсяное молоко 1 столовый кон. Сахар 4 столовые ложки, 1 столовая ложка, в тесто 3 стл, для начинки. Тофу 300 грамм. Лимонный сок по вкусу. Цедра лимона по вкусу. Ванильный сироп 1-2 капель. Количество порций 4. Подготовьте все ингредиенты. Растворите дрожжи и сахар в подогретом овсяном молоке. Затем добавьте муку и замесите тесто. Оставьте его подниматься на 1 час. Тофу измельчите в блендере вместе с сахаром, ванильным сиропом, овсяным молоком, лимонным соком и цедрой. Тесто разделите на колобки, а потом сделайте в каждом углубление. Заполните их начинкой из тофу. Выпекайте ватрушки 25 минут при температуре 180 градусов. Постные ватрушки готовы, приятного аппетита!